В Темиртау впервые провели выездной лагерь лидерского актива. За два сезона в обучающей программе приняли участие 200 человек. Это молодежь в возрасте от 14 лет из города Темиртау и поселка Актау. По завершении проекта организаторы подвели итоги и поделились дальнейшими планами по развитию молодого поколения. Напомним, выездной лагерь прошел по инициативе молодежного ресурсного центра города Темиртау. Такой лагерь мы планируем продолжать, поскольку результаты и отзывы только положительные. Сейчас дети, которые были в лагере, активно принимают участие в наших различных мероприятиях. На следующий год мы планируем организовывать выездной лагерь раз в квартал. Каждый сезон длился по 4 дня. За все это время для ребят провели около 20 тренингов, семинаров и встреч. Своим опытом и знаниями с ребятами делились республиканские тренеры, представители национальной волонтерской сети и специалисты Карагандинской области. Все мероприятия проводились на двух языках. Это обязательное условие было. И, соответственно, тренинги тоже. Плюс ко всему, каждый участник лагеря по итогам прохождения тренингов в лагере получал сертификаты. Некоторые получили несколько сертификатов, потому что находились на нескольких площадках обучающих, соответственно. Эти сертификаты можно будет приложить позже ребятам к своему портфолио. Естественно, никто не забывал в процессе обучения и о творчестве, о таком комьюнити, о создании новой команды. Во время лагеря молодежь активно принимала участие в командных играх, интеллектуальных битвах и творческих вечерах. Важной частью лагеря стала проектная мастерская, где ребята предлагали свои социальные проекты и получили денежные суммы на их реализацию. Подводя итоги, организаторы уверены, выездной лагерь лидерского актива имеет важную значимость для становления молодежи как личностей, для раскрытия их лидерских качеств и творческих способностей, которые непосредственно окажут положительное влияние на развитие города Темиртау. Кристина Кириченко, Андрей Майорка, новости Темиртау.